носились вокруг Ленинского центрального комитета. Все для фронта, все для победы. В конце концов, в ЛНР, ДНР должна быть проведена мобилизация. Идет война. Семен Аркадьевич об этом говорит полгода. Со стороны Украины постоянно идут волны мобилизации. Это невозможно, к сожалению. Добровольцы из России, из других государств приедут. Но в ДНР, ЛНР должна быть проведена мобилизация. Невозможно вести тотальную войну, не проводя мобилизации. Должно быть единое командование. Войну выиграть очень сложно. Конечно. То есть мы должны посоветовать Новороссии, самое главное, стать государством во всех смыслах.